Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И я решил внести небольшие изменения в формат канала. В понедельник у нас будет основное видео, в пятницу у нас будет видео второстепенное, скорее всего, техническое, а в среду я сделаю такое маленькое видео, в котором я буду отвечать на один вопрос. Исключительно для того, чтобы рассказывать о каких-то интересных и занимательных фактах. Поэтому погнали! Вы знаете фразу «Я желаю 7 футов под килем». Но откуда пошла эта фраза, скорее всего, очень мало знает кто. Итак, как раньше хоронили людей? Человека завязывали в большой мешок, на ноги одевали большой камень и бросали его за борт. 7 футов – это 2 метра. 15 сантиметров. Если взять средние времена, то средний рост человека был значительно меньше, чем сейчас. Плюс камень на ногах. Получалось, что вот эта вот суммарная высота, когда покойники стояли вот так вот, красиво качаясь, как водоросли на дне, они были меньше, чем 2 метра 15 сантиметров. Около 2 метров. Считалось, что если корабль ударит дном покойника, это очень bad luck, очень плохая примета. Поэтому 7 футов это была минимальная глубина, которую желали кораблю безопасно пройти. Не по рифам, не по мелям, а для того, чтобы не ударить покойника и для того, чтобы не было плохой удачи у яхтсменов. Друзья, спасибо за то, что смотрите нас. Проверьте, поставили ли вы лайк. Если у вас есть вопросы, что бы вы хотели услышать и что бы я мог вам рассказать, вот типа вот этих маленьких историй, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте, я попробую на эти вопросы ответить. До встречи через пару дней. Пока!